Доброе утро! У нас уже елочка вот такая красивая. Я в этом году хотела вот именно, да, вы можете сказать, что за это самое. Ну, типа, так много игрушек. Я хочу, чтобы прям очень много было игрушек. Я, наверное, еще куплю, потому что мне прям хочется, чтобы елка была вот, ух, такая вся нарядная, принарядная. Тут и красные шарики, и золотые. Вот такая вот она у нас красивая, нарядная. Еще есть одни лампочки, просто надо блочок забрать у Иры. Так, вот, видите, вот это вот белое, провод белый, а это зеленый, на нем тоже лампочки, блок надо забрать, питание. Так что, вот такая красота. Ура! Ой, так, я вихрем прилетела домой. Сейчас пойду покушаю, пойду собираться, там намываться, все дела, марафеты наводить. Кстати, я получила диплом своей ученицы. Вот он диплом. И еще я подарок получила. Сейчас я вам покажу. Ну, давайте посмотрим на фоне елочки, что же мне подарили. Бодишоп, я обожаю это все. Это мой ученик Даниэл. Так, давайте мы с вами снимем вот это вот все. И сейчас распакуем с вами вместе эту коробочку. Сейчас я вас так как-нибудь поставлю. Та-да-да-дам, та-дам. Вау! Coconut big gift. Кокосовый большой подарок. Так, что тут у нас? Body butter. Масло для тела. Обожаю. 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 Так, дальше. Hand cream. Обожаю тоже. Кокосовое. Все такое ходовое. С таким подарком тоже промахнуться невозможно. Дальше. Shower cream. Сейчас вот пообедаю. И, конечно же, все это испробую. Очень вкусно пахнет, обожаю. Мне нравится кокосовое. Я знаю, что не всем нравится кокосовое, потому что такое на любителя, но мне нравится. Мыло. Очень люблю таким мылом разным мыться. Так, дальше. Даже Body Mist. Представляется Body Mist? Батон писает. Так громко не могу. Body Mist. Люблю Body Mist пользоваться после сауны, после бассейна. И вот такая вот прикольная мочалочка, хлопковая. Класс. Класс. Вот такой вот у меня подарок. Так, кстати, я же вам говорила, что мое рождественское выступление отменили в этом ресторане, где человек вроде как не завакцинирован. Но почему-то он решил все возобновить, и концерт состоится сегодня. Так что у меня хорошее настроение, неожиданные деньги, которых я уже вычеркнула из своего бюджета, но они опять будут, появятся. Плюс я одену новое платье, плюс атмосфера, настроение уже такое праздничное конкретно. И, кстати, я решила в этом ресторане заказать сегодня ужин. Александр сегодня работает, он останется, ну, он сегодня, по-моему, раньше заканчивает работу, но мы так договорились, что он сегодня пускай уже ездит домой, отдыхает, а я после выступления привезу праздничный ужин, и мы будем с ним вкусняшки кушать разные, там такой индийский ресторан, вкусная кухня, я видела там блюда, ух, Батоша, что ты тут ходишь мне под ногами, так что все, иду я кушать, наводить марафеты, и получать удовольствие от жизни. До встречи. Так, я сейчас отпарю свое красивое платье. Побегу в душ, буду собираться. Сонечка лежит. И она даже разрешила, чтобы я ее несколько раз погладила. Я чуть-чуть так, конечно, боюсь. Лучше не буду слишком много. Но она уже не рычит, но на чеку, на чеку. Так, ну все, как вам мой новый наряд? Ну, пока еще я в тапочках, но там я буду выступать в туфельках. Я сегодня волосы не пристегивала, я сегодня вот так их накрутила. Они у меня такие сегодня тут вот, типа подкрученные. Макияж, сейчас покажу макияж. Все, я вернулась домой.
Пупсик уже тут с батошей, туда-сюда. Сейчас я вам покажу еду. Концерт пришел просто прекрасно. Были 6 семей. Ну, то есть родители, дети. И все они пели эти крисмас-сонги. Там Jingle Bells, Jingle Bells. Потом Santa Claus is coming to town. All I wish for Christmas is you. Ну, в общем, все, конечно же, самые знаменитые хиты я исполняла. После каждой песни мне хлопали. You amazing, you beautiful. Ну, в общем, все. Прошло очень хорошо. Я купила в этом ресторане еду, и сейчас вам покажу, что же я... Ну, понятное дело, я там ничего не снимала, потому что, ну, все равно выкладывать это я не могу, потому что YouTube блокирует. Платье вот такое. Очень красивое, мне очень нравится. Давайте смотреть еду. Так, что у нас тут? Сколько тут всего? Давайте сейчас мы с вами посмотрим. Так, это не пиццы, это, по-моему, там какие-то то ли кебабы, то ли что тут. Вау! Мама мия. Ну, это да, такой типа кебаб. Такой кебаб. Все индийское. Ну, вы понимаете, да? Потому что индийский ресторан. Вот такой кебаб. О, май год. Ну, это типа как пиццы такие. Так, что тут? Тут, картошка фри. Тут тоже картошка фри. А тут они меня еще угостили десертами. Я десерт, если честно, не заказывала. Red Velvet Cheesecake. Это должно быть очень вкусно. Это должно быть тоже такой же самый очень вкусно. Тут еще соусы. А, еще и салаты. Боже. Еще и салаты тут какие-то. Но я, по-моему, это не заказывала. Я заказывала только фрайс и вот эти вот кебабы. А это все он мне типа Merry Christmas, хозяин ресторана. Ну все, будем сейчас кушать, радоваться жизни, отмечать, католическое Рождество. Вот такая вот елочка красивая у нас блестит, вся в звездах, вся в шариках. Саня меня забраковал, сказал, что ширпотреб, говорит, и как цыганка, навешала все, что есть. Ну да, мне красиво, вот мне хочется, я уже говорила в начале видео. Всем привет! Мы собираемся в гости к Лейле. У Александра очень важная миссия – быть Дедом Морозом. Поэтому сейчас он будет клеить бороду, я ему нарисую щеки, брови. Вот такой будет красивый Дед Мороз. Александр, ты счастлив ехать в гости? Очень! В общем, у нас тут с Александром происходит тема. Мой один ученик сказал, что... Говорит, Леся, ты знаешь, что есть спешл Санта для котиков, который приносит еду для котиков втихаря? Я говорю, да. И он мне показал в интернете фотку. И мы решили с его мамой, что я сделаю такой прикол, типа, оденем Саню в Деда Мороза, когда уже будет темно, Саня, типа, покормит моих котиков, и это, типа, будет Санта, который приходит к котикам. И вам вкусняшки перепали, да? Ты мой хороший, Саня. Вкусняшками. Mm-hmm. Ну все, мы уже поедем сейчас. Мы собираемся. Так, мешок. Я прям нарядилась в таком платье. Беру сковороду, на нее яйца кладу. Давай. Так, не перепутай. Не перепутай. А кто там у нас сидит? Борисулечка. Так, это для Лейлы. Слышишь меня? Большой мешок для Лейлы. Не перепутай. Маленький мешок для Ивана. Его зовут Иван, не забудь. Айван. Не Айван, они говорят на русском. И Лейла, и Иван говорят на русском. Я Санта-Клаус. Ты не Санта-Клаус, сегодня ты Дедушка Мороз. Так, Дедушка Мороз. Это маме. Маме, ну я думаю, ну что мы сюда нальем? Ну мы же не нальем какое-то вино. Они сами изготовляют алкогольные напитки. Самогоны всякие варят там. И какие вещи? Мы на подпольную пивоварню. Карловы вары называются. Короче, мы повезем. Ну, конечно же, мы подарим. Деньгами подарим. Что мы там больше подарим? Так, это маме больше. Так, ну все. Мы готовы. Я еще только губы накрашу. Walk in a run! Туф! Christmas tree! Туф! Най-най-най-най-най! Ну все, мы поехали. Мы сегодня, наверное, там заночуем. Пить не будем. Оперный певец. Много пить не будем, но все равно чуть-чуть, наверное, по-любому выпьем. И уже за рулем тогда никак. Ну все.
Может, что-то поснимаем там, я так надеюсь, надеюсь, надеюсь. Может быть. Санта-Клаус снимает бабки с банкомата для того, чтобы подарить моей подружке. Ну, как-то голыми руками приехать ни туда, ни сюда, наверное. Кстати, такую штучку мне тут одна знакомая показала. Короче, такие пуфики. Это типа электронные сигареты. Ой, прошу прощения, тут чуть-чуть помады. О, thank you, Santa! Thank you, Santa! Amazing! В общем, они не заряжаются, ничего нигде не протекает, просто делаешь 600 пуфиков, ну, типа вздохов, и заканчивается, все, и выкидываешь ее. У меня тут ватермелон, и я еще купила этот виноградный вкус. Вдох, выдох. Подожди, Саш, давай с этого мешка. Саш, подай этот мешок, Саш. Нет, дай сюда, сказала. Ну, мы вот как-то решили не совсем на голую бутылочку, потому что Ира всегда просит эти бутылочки ей отдавать. Что, стой, ну, конечно, вот такой подарок это для Иры будет. А, так я буду дарить? Ну, конечно, Дед Мороз и подарит, только главное, чтобы не раскидали. Ну, все, поехали. Ничего не работает, ни один магазин сегодня не работает. Я хотела, у меня сегодня план, сейчас, подождите. Танцуют все! Так-то у меня был план поехать сегодня утром в Азду после онлайн-урока. Да, я сегодня еще онлайн-урок провела. Купить нам сани джемпера такие, типа Крисмас. И купить, там еще будут, моя парикмахерша и будет Оля, ну, тоже знакомая. Оля Полякова. Оля Полякова. Я хотела какие-то маленькие презентики купить, но у меня ничего не получилось, потому что ничего не работает. Ну ладно, ничего. Все, мы поехали. А что ты в тесском мешке? Игорь. А, в тесском мешке был этот. В тесском мешке Теско. Тесском мешке Теско. Ну все, там ты че, поехали. И ага. Что у вас тут под елочкой? Ничего. Друг возле стоит. И ничего под елочкой. Одного подарка, Дед Мороз. Ждем, да? Вы ждете подарка? Ты подарил то, что я не хотел. Ага. Ага, ты тогда и не получишь тогда. Дай лапу, Топаз. Вот так лапу дает, Топаз. Дай буську. Топаз, дай буську. Ай, не могу, как смешно. Топаз, дай лапу. Топаз, лежать. Вот какой хороший человек, Топаз. Ай, ай, любовь с Топазом, у нас любовь, да. Ой, какой Топаз, любящий человек. Такой хороший человек, Топаз. Топаз, иди сюда. Топаз, иди сюда. Только зашли домой. Весь день были у Лейлы. Саня сразу за закуски. Нам надавали вкусняшек. Вот такая красивая открытка от моей подружки Оли. Боже, там белье сушится. Вот такая вот бутылка винишка с такой короной. Все как полагается. А еще бутылочка пивасика. Сейчас покажу вам немецкого. Вот такая вот бутылочка пивасика. И еще оливье. И еще шуба. Так что все, сегодня мы ничего не делаем, отдыхаем. Завтра у меня тренировка, завтра у меня ученики, завтра у меня концерт в Бирмингеме. Так что куча дел. Revolution. Все. На этом уже будем, наверное, ших-ших-ших-ших. Ну, я подумаю, посмотрю, сколько я там наснимала. Или сложу, или не сложу еще влог. Ой, хорошо потусовали. Саня, тебе понравилось тусоваться? Mm-hmm. Весело было? Beautiful. Мы так вчера там ржали, просто нереально, нереально. В общем, было весело, все.